Вопросы, связанные с подключением теплоснабжения в многоквартирные дома Кызыла, сегодня все еще остаются актуальными. По состоянию на 22 часа 26 сентября в столице из 397 многоквартирных жилых домов к теплу были подключены 372. Мэрия Кызыла сообщает, что подключение жилых объектов продолжается. Следующий этап – выполнение работ управляющих компаний и ТСЖ по регулировке равномерной подачи тепла в квартиры. Собственникам жилья, проживающих на верхних этажах и имеющим воздушники, рекомендуется провести спуск воздуха. Накануне вечером глава ТУВы Шалбан Карол в своем блоге сообщил, что держит ситуацию на контроле. По теплу. В Кызыле из 397 домов на текущий час получили тепло 363 дома. Оставшиеся 34 дома должны получить сегодня до ночи. Сообщайте мне на страницу ситуацию. Держу сверку на контроле. По состоянию на 10 часов утра сегодняшнего дня более 20 домов в Кызыле еще остаются без подачи тепла. Это дом номер 19 по улице 60 Богатырей, Бенкольская, дома номер 3, 7, 13, 15, 20, 22, переулок Дзержинского, дома номер 5, 9, 10, 11, 12, 13, улица Калинина, дом номер 100, улица Кичелола, дома номер 71, 67, улица Колхозная, дома номер 32, 5, улица Кузнецова, дом номер 61, улица Лапсанча, по дома номер 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, улица Пальмбаха, дома номер 29, 29/1. Регулировку системы подачи тепла внутри дома осуществляет управляющая компания и ТСЖ, обслуживающие жилые объекты. Мэрия Кызыла просит всех, у кого проблемы с подачей тепла, обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 2-31-42. Все заявки будут передаваться в управляющую компанию ТСЖ и контролироваться. В стране детства сегодня праздник, день воспитателя. И в этот день всех своих коллег с профессиональным праздником поздравляют сотрудники 15-го детского сада «Страна детства». Дорогие наши коллеги, от имени жителей страны детства, взрослых и малышей, мы поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем дошкольного работника. Воспитатель вкладывает много сил и энергии в развитие личности маленького человека, заботясь о его благополучии, прививает любовь к родному городу и своей родине. Мы желаем вам крепкого здоровья! Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит не только от родителей, но и воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. Желаем отличного настроения! День воспитателя и работника дошкольного образования – дань почтения труду дошкольного педагога, который становится одним из первых наставников для детей. Пусть ваши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки и наполняют вас неиссякаемой энергией. Поздравляем! Напомним, 27 сентября Россия отмечает День воспитателя и работника дошкольного образования. Он был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. В Туве началась кампания по сбору текущих начислений по имущественным налогам за 2016 год. Налоговые уведомления гражданам республики будут направляться до 31 октября этого года. Управление налоговой службы России по республике Тыва напоминает жителям республики, что имущественные налоги, налог на имущество, транспортные и земельные налоги оплачиваются за прошедший 2016 год и в срок не позднее 1 декабря 2017 года. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 52 копейки, а евро 68 рублей 2 копейки. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден. Солевая пещера «Ассоль». Морской курорт в двух шагах от дома. Наш адрес – Калинина, 3/3. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0036. Так, стиральная машина «Хайер» всего за 361 рубль в месяц. РБТ.ру. Магазин «Уютный дом» предлагает эксклюзивный интерьерный багет и лепнину из полиуретана для оформления отделки квартир, коттеджей и офисов. Наличие и под заказ. «Уютный дом», Оюну Крусейды 54. В Туве
Уве местная жительница подозревается в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери. 22 августа в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение о смерти в республиканской больнице полуторалетней девочки от термического ожога. В отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 9 августа текущего года около 19 часов подозреваемая в бане, расположенной на территории частного домовладения, по неосторожности облила свою малолетнюю полуторагодовалую дочь кипятком, причинив ей термический ожог головы, шеи, верхних и нижних конечностей общей площадью 60%. Затем по 16 августа текущего года женщина не обращалась в медицинские учреждения и лечила дочь самостоятельно путем втирания в места ожога облепихового масла. В дальнейшем 16 августа 2017 года подозреваемая была госпитализирована с малолетней дочерью, находящейся в тяжелом состоянии, в республиканскую больницу, после чего 22 августа, несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. В Тувинском государственном университете стартовала 4-я межрегиональная олимпиада «Языки коренных народов в Сибири». Торжественное открытие олимпиады прошло в актовом зале университета. С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась ректор Ольга Хомушко. 4-я олимпиада, посвященная изучению языков коренных народов в Сибири. И мне очень приятно, что несмотря на трудности, несмотря на то, что учебный год начался и у всех свои задачи и проблемы, к нам гости из Хакасии, из Горно-Алтайска приехали, чтобы поддержать нас, чтобы порадоваться вместе с нами тому, что действительно языки наших народов развиваются, живут. И тому свидетельство сегодняшней олимпиады. Мы сегодня с вами увидим, как наши дети будут соревноваться. Олимпиада тюркских народов Сибири уже стала площадкой для проектов по развитию языков. Команды приветствовали друг друга на своих родных языках. Стихотворение или песня, но смысл один – общие корни и предки. Хакасский государственный университет имени Катанова приезжает на эту олимпиаду не в первый раз. И за время совместной работы они решили перенять опыт тувинских коллег. Мы бы хотели вот весной провести межрегиональное мероприятие. Мы пока еще, у нас только в задумках, какое это будет мероприятие. Это будет в форме конференции или олимпиады. Но обязательно, да, есть у нас в планах. Олимпиада «Языки коренных народов Сибири» уже начала давать свои плоды. Есть некоторые сходства фонетики и морфологии даже. И я бы хотела отметить сотрудничество наших университетов. Мы, как родственный народ, постоянно сотрудничаем. И с прошлого года впервые на нашей кафедре обучаются студенты из Тувы. Они обучаются на нашей магистратуре по направлению филология, магистерская программа «Хакасский язык, литература, культура». Кроме тувинской команды, на олимпиаде приняла участие и международная команда «Тувго». Свой альма-матер представил Юсуп Джумамурадов. Он рассказал всем о туркменском языке. Есть между тувинским языком и туркменским, моим родным языком, есть некоторая схожесть, потому что это одна тюркскоязычная группа, поэтому вот выступал парень из Горно-Алтайского госуниверситета. Очень схоже по интонации, например. Сегодня студенты приступили к конкурсным заданиям, представили свой край и университеты. Рассказали об особенностях быта, культуры и языка тувинцев, хакасов и алтайцев. В
Кызыле 4 октября в Национальном музыкально-драматическом театре Тувы выступит уникальный творческий коллектив «Хор Валаамского монастыря» с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама». В программе прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни Первой мировой и Великой Отечественной войн, стихи поэтов Серебряного века и современных авторов. Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание посредством создания концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ. Вход свободный. Сегодня в Туве отметили Всемирный день туризма. Торжественное мероприятие прошло в информационном центре туризма, где работников отрасли поздравили представители городской мэрии, а также министр культуры региона Алдар Тамдын. К этой дате было приурочено награждение практически всех отраслей туризма в республике. Потом у нас прошел конкурс тур-маршрутов «Земля скифов». И также летом, как мы все знаем, излюбленное место отдыха кызылчан – это озеро Дусколь. И мы провели опрос в социальных сетях на лучшую туристическую базу озера Дусколь. И сейчас мы бы хотели вам огласить результаты и начнем с квеста «Разгадай тайну города Кызыла». Также были отмечены туристические базы на озере Дусколь. По итогам народного голосования лучшей стала туристическая база Дерги. Кроме того, были награждены и студенты, участники турквеста. Также денежными призами были отмечены и победители конкурса проектов «Земля скифов». Третье место выиграла Саланга Чапчил за тур выходного дня по святым местам Чахоля. Второе место присудили турагентству «Туван Трип» за проект «Красные пещеры». Первое место у Каланола Кангара за туристический маршрут по следам Великого Ула. Для знакомства с культурой проживающих на территории республики в Агентстве по делам национальностей Тувы открылась школа традиции. На первом семинаре школы собрались представители разных народов. Молодые активисты Ассамблеи народов Тувы поделились друг с другом традициями приветствий своих народностей. Национальный музей имени Алданмада Республики Тыва в рамках Международного дня пожилых людей с 29 сентября по 1 октября предоставляет всем пожилым людям города Кызыла и республики свободное посещение Национального музея. Экскурсионное обслуживание будет проводиться согласно прейскуранту. Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами. Магазин по всей России «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги или приплачивать огромные суммы по кредиту. Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса. Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для вас получится еще меньше. Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из тысячи шуб, а также модные жилеты, дубленки и шапки. На выставке представлены новинки сезона 2018. Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, благородные и изысканные шубы из норки Black Glamour. А для модниц, которые следят за последними тенденциями, изделия самых разнообразных цветов. Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%. Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят. Просто приходите и купите шубу своей мечты. С 28 сентября по 1 октября город Кызыл, спорткомплекс имени Ивана Ерыгина. С 10 до 19 часов. В ближайшие сутки по республике местами переменная облачность, небольшой дождь, мокрый снег, ночью и утром туман. Ночью на автодорогах местами гололедица. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 14. В Кызыле переменная облачность без осадков, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4 градуса, днем плюс 11, плюс 13. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане ясно без осадков. Температура воздуха утром минус 4 градуса, днем плюс 5. На Полке погода ясная, без осадков, ветра нет. Температура воздуха утром минус 8 градусов, днем плюс 2. В Танзыбе ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 8 градусов, днем плюс 2. По всей трассе проезд удовлетворительный.